Книга «Открытым оком», том 1, тема крещения, вопрос 72. В чем виноваты люди, которых неправильно крестили в церкви? Мы шли с верой, что в церкви все сделают как надо, заплатили деньги, а теперь прочитали ваши материалы о крещении и видим, что нас обманули. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Виноваты в том, что не родились полными идиотами. Эту привилегию имеют не все. В таком случае вы бы уже ни за что не отвечали. Лука 6:39. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Оба. И никаких комментариев, оправдывающих идущего сзади слепца. Зачем ты шел за ним, если тебе дан разум, дана Библия, каноны, труды святых отцов? Почему ты доверился грешному человеку, когда речь шла об единственной смертной душе и ее участи? Ни в одном житейском вопросе человек не допускает такой беспечности. Христос говорит, Лука 11:52, «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Деяние 20, стихи 29-30. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Иоанн Златоуст говорит о том, что если при этой власти в этом городе спасся хотя бы один человек, он будет обличителем на страшном суде. Смог я, смогли бы и вы, но вы не захотели. Но, цитата, «меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад». Конец цитаты. Иоанн Златоуст говорит, цитата, «смотри, вместо пастыря не избери волка». Конец цитаты. Более подробно в нашем материале «Отцы и дети» в книге «К истинному православию».